есть его плечо правое идет вперед, ваша кисть правая отдает ему правый повод. И так попеременно, левый, правый, левый, правый. Продвигайтесь. Налево, на левом поводу оставайтесь. В левом сгибании оставайтесь. Поехали, галоп. Хорошо. Чуть-чуть прибавляйте. То же самое, что делали на рысе. Поворот отрабатываете, здесь чуть выдвигаете. Отлично. Поворот отрабатываете, остаетесь правый локоть сзади, да, здесь чуть вперед. Отлично. Прибавьте. И просто остановитесь. С левой ноги галоп. И снова галоп, вдох, галоп. От себя рука. Прекрасно. Правый шенкер. То же самое на галопе. На правой стороне оставайтесь. Он там вот так и это, хулиганит, что где-то раз вас наружу подсбросит, вы туда отвалитесь, и все, он уже разгибаться начинает. Хороший галоп. Вот прям следите за этим, вот что с внутренней стороны вы сидите и не даете ему наружу вас вытаскивать. Левый шенкель назад, правый повод. Поехали. Смотрите на меня сюда. Левый шенкель. Вот так, да, вот его движение. И вы должны очень четко велосипед свой не сбивать в руках. Супер.